бешеные скидки. Всем привет! Наконец-то весна сменила гнев на милость и радует нас теплом и солнцем. Но погода пока нестабильна, а значит, без ветровки не обойтись. Всевозможные сайты предлагают легкие курточки по привлекательным ценам. Самые выгодные предложения в программе путеводителя по онлайн-скидкам «Шоппинг-навигатор». Поехали! Выбирая ветровку, обратите внимание на такие свойства, как термозащита, водонепроницаемость, прочность, дышащие свойства. Во время похода из-за долгого нахождения на воздухе тело быстро охлаждается, поэтому необходима надежная термозащита. Для современных ветровок разработана технология Body Mapping. Она предполагает вставки из синтепона в области груди и спины, а также ветрозащитные материалы в плечах и на руках. К тому же особое покрытие препятствует проникновению влаги внутрь. Водонепроницаемость – необходимый фактор, особенно если поход предполагается в дождливую погоду. Водоотталкивающая пропитка не допустит попадания воды на поверхность куртки и вовнутрь. В идеале ветровка должна иметь флисовую подкладку, облегающий капюшон и прорези на манжетах для пальцев, чтобы сохранить тепло во всем теле. Ветрозащитная мембрана по всей куртке защитит от сильного ветра. Прочность. У качественной и надежной ветровки даже спустя несколько лет использования не появятся разрывы и потертости. Соответственно, срок службы увеличивается, и вам не придется менять ее каждый сезон. Дышащие свойства. Во время длительного похода тратится много энергии, поэтому важно, чтобы материал не создавал парниковый эффект и тело не прело внутри изделия. Для этого были созданы вставки из немембранной ткани по бокам и в нижней части спины. Для большей вентиляции есть молнии. Они усиливают испарение тепла от тела. Также есть гидрофильные мембраны. Они предотвращают конденсацию, а молнии в области подмышек отводят лишнюю влагу. На сайте Озон ветровку Катон сейчас предлагают со скидкой в 62% за 2249 рублей. Ее прежняя цена – 5999. Цвета – светло-бежевый и лиловый. В наличии только 42-й размер. Состав – 97% полиэстер, 3% эластан. На сайте Wildberries легкая ветровка SRS Shop сейчас продается за 2079 рублей. Ее прежняя цена – 4726. В наличии весь размерный ряд с 42 по 60. Большой выбор цвета. В наличии модели черного, голубого, бордового, темно-синего, бирюзового и цвета мха. Есть комбинированные варианты. Состав – 100% полиэстер. На сайте Sportmaster ветровку Outventure можно купить за 4129 рублей. Ее прежняя цена – 5899. В наличии голубой и желтый цвета. Размеры с 42 по 50. Водоотталкивающая обработка материала защитит от небольшого дождя. Регулируемый капюшон и утяжка на талии обеспечивают дополнительную защиту от непогоды. Благодаря прямому крою модель гарантирует удобство движений. Предусмотрено два кармана – крой прямой. На сайте «Снежная королева» легкую курточку сейчас предлагают за 2690 рублей. Ее прежняя цена – 6490. Есть выбор цвета в наличии модели белого, синего, зеленого и черного цветов. Некоторые цвета с отливом, размеры с 42 по 50. На сайте «La Moda» женскую ветровку сейчас можно купить со скидкой в 50% за 2998 рублей. Ее прежняя цена – 5999. 57% хлопка, 35% полиэстера, 8% полиамида. Модель без подкладки, на кулиске, рукав три четверти, цвет слоновой кости. Ветровки бывают разных моделей. Классическая спортивная – куртка прямого силуэта. Анорак – изделие, не имеющее сплошной застежки, надевается через голову. Блузон – объемная курточка, имеющая плотную манжету на подоле. Парка – удлиненная модель до колена или середины бедра. Иногда имеет неглубокий запах. Бомбер – куртка, отличительными особенностями которой является застежка молнии и манжеты на рукавах и по низу изделия. Это был «Шоппинг-навигатор», ваш гид в сфере онлайн-покупок. Экономьте деньги с нами! Личные скидки.